Хей, йога, с вами Шульки, мы продолжаем родить игру по названию War 2014 года. Окей, мы с вами на кладбище, мы отправляемся в старую часовню, чтобы украсть, как я понял, с трупа колечком. Одинокая ночь сегодня. Это королева воров. И это хорошо. А, нет, королева попрошаек, точно. Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Что за гудение? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертв. Но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Значит, это намек был? Вы получили очко. Так, улучшение навыков. Навестите королеву попрошаек и пожертвуйте ей золото. Взамен вы получите очко концентрации. Идите к литейному заводу. А сейчас, пожалуйста, настройки клавишем клавиатура. Пригнуться, взаимодействие, концентрация F, ударить R, уклониться, оглушить. Ага, отменить действие, масштаб, наблюдать, быстрый спуск. Нужно это запомнить. Охотничья стрела, ла-ла-ла. Использовать предмет. Х. Использовать маковый агам. Журнал. Быстрое сохранение есть. Лол. F5. Прикинь, тут быстрые сейвы есть, оказывается. Мана, сколько я времени просрал. Ну, в начале этого, помните, когда я пытался забрать вещички? Очко. Глава вторая. Прах к праху. Это только началась вторая глава. Окей. Я уже думал, вторая глава как бы идет. Так, это не тот город, который я помню. Так, пришествие в особняке Норкрита. Это было как-то вчера. Идет ритуал, я забираю коготь Эрин, она падает и умирает. А теперь в воздухе мор. Мы на улицах смерть. Город и раньше был благоуханным садом. Но до тех пор тут так было терпимо. Все изменилось, и не в лучшую сторону. Это Амор, да, падает? Мрак, мрак. Его что-то мраком называют? Мы грузим трупы с самого рассвета.
Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Я думал на самом деле, что меня в телехе. Я уже накатался. Найду другой. Окей. Я предложил. Я только предложил. Что случилось с этим местом? А, туда не залез. Веревка синяя. Ага, веревки тоже так же работают. Что случилось с этим местом? Крыски, крыски, крыски. Как мне тяжко. Так, хорошо, что у меня отверточка есть. Давайте, короче, новая карта. Давайте просто, короче, идти по сюжету, да и все. Смотри, чтобы псина не брехала и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то против. Так, снять. Я не знаю, куда я иду, но я куда-то иду. А чё ты не открываешься, сундучек? Да, плохо, что типа этот не работает нормально. Типа зрение мое само не восстанавливается. Каждую ночь один и тот же кошмар. Поздно уже. Окей. Вскрыть замок. Так, и закрыть на самом... На всякий случай. Потому что не впервые такое. Опасно нынче на улице. Серьезно? Окей. Но здесь много вариантов, куда типа... Ну, каким способом я могу туда или туда пойти. Так, ну здесь, походу, ничего, да? Гард. Ясно. Эрин. Я не заболел. Галюники начинаются. Ага, да, кажется. Да. Спасибо. Спасибо за информацию. Thanks, give me information. Так, 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 так. Ассасин, Assassin's Creed. Но здесь хотя бы просто нужно держать сторону направления. Надо показать его генералу до последнего звонка. Ты глянь, благородный среди оборванцев.
Ну-ка, что у него? Не здесь же, тупоголовый. Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О, да, уважительно. Ну, а пока что идем просто прямо. Сюда. Рывок не делается. Он, наверное, усрался после такого. Манекены? Я пришел сюда за телом, но не за таким же. Ну, не бойся. Интересно, меня тоже будут сейчас манекенами пугать? Ну, пойти здесь ничего такого не должно быть страшного. Это же типа не хоррор, это просто исследовательская игра. Опа. Да, манекены здесь стоят, но тоже таковато. Здесь я с тобой согласен, парень. О, ХП. А у меня фул, да? Тут. Давайте ниже спустимся. На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. Поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Монетих цепляют. Или через верх. Давайте через верх попробуем. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поздно уже. Приказываю остановиться. Тебе от меня не удрать. Я вообще не хотел шумиху понимать.
вдвоем его прибьем. С кем? Я знаю, что ты там. Ожидаешь момент. Угу. Так, транспортировка кадров. Кадавров. Так, используйте конвейер эффективно. Трупы должны быть надежно подвешены на крючьях. Пропускайте крюк между ребер и ничего себе жалеть. Следующий неженка, который уронит труп, сам подвеснет на крюке. Рекс. Серьезно? Тебя от меня не удрать. А что ты думаешь, что я пытаюсь удрать? Сейчас залезу в шкафчик, сохранюсь. Я ему так просто не дамся. Да и все. Ну все. Это я? Так это ж не я разбивал. О, деньги. Ой, боже. Да. Хотел по-тихому спрыгнуть. Я что, знал, что тут услышат? Угадай, трупное мясо. Я сюда не пойду сейчас. Я хочу сюда пройти. Хэм. Ваза, которая разбилась. Ладно, не суть. А это что у нас за место? А ну-ка. Ну, по идее, я могу потом заново возвращаться в те же места, где я был, да? Это место, где мы уже были. Только мы, кажется, немного с другого, да, места упали. Да я вижу, куда мне лезть. О, подождите, сюда можно. От вяленого мяса хочется пить. Или выпить еще лучше. Отдохни. Так, пойди, все. Можно нормально исследовать. Что здесь есть? Но я, по сути, никого из них не убил, я только оглушил. То, что меня спалили, это да. Здесь я согласен. Так, разбитое стекло. Хватит жаловаться о том, что в некоторых помещениях и на полу разбитые стекла. Подметите. Так. Подметки стоят недешево. Так что обходите стекло или подметайте его. Не можете смотреть под ноги, а ваша карьера в страже будет недолгой. Вы отвечаете за свои униформы и за сапоги тоже. Не сомневайтесь, на вашем месте метить дюжина человек. Окей. Хоп. Чё? А просто я нажать.
едем. Ой, едем. Стража сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Ну да. Ну вот, она еще типа творится. О, не хочу я туда, в темноту. Это как охотиться на оленей в усадьбе. Пора слезать. Я привык быть движущейся цепью. Наконец-то! Тут стеклышки. Там стеклышки. Я стреляю лучше, чем старый герцог в лучшие времена. Плохие времена. Что за звук? Ну я понимаю, что типа я по стеклу хожу. Так, халявное место. Поздравляю, Барми, тебе досталась трупная вахта. А совсем неплохо, если желудок крепкий. Захочешь отдохнуть, у нас с парнями есть местечко наверху. Это единственная точка, где босс не увидит, что ты так дрыхнешь. Правила. Правила простые. Не шуми, не свинячь, не выколачивай трубки на пол. Если тебя застукают, не называй имен. Окей. Что, оглушануть его? А, не буду. О, сохранение. Довольно много здесь мест со взломов этих дверей. Мне кажется, это будет вскоре потом надоедать. Стой, я хочу вернуться, мне нужно собрать все, что там есть для начала. Тут же никого, да? Ну да. Интересно, здесь вообще есть трофеи какие-то именно здесь? Так, уведомление о ремонте. Внимание, в настоящее время идет реконструкция литейного завода на улице Долиной. Долиной фабрика должна быть готова принимать мертвецов на переработку в течение 2 недель. Осторожнее с материалами, оставшимися от прошлых проектов барона Норктриса. Все помещения, которые нельзя переоборудовать для обработки и уничтожения кадавров, объявляется недоступным. Ловец воров будет лично следить за соблюдением этих условий. Вы все прекрасно понимаете, что промедление недопустимо. Капитан Шейф. Еще один ящик. Интересно, на этот момент мне уже был дали или нет? Походу нет. И что здесь у нас? 45 золотых, слушайте.
лекарство за кофе. Давайте я это посмотрю, что здесь. Выключители. Короче, тупые стрелы слабые, но они могут выключатели, да? Ну, типа, отключать, там, ломать вазы. Все такое. Страшно. Я заболел, точно знаю. Странный звук. Странный. Страшно, страшно, страшно. А, в принципе, быстрее выполним миссию. Мы сразу закончим, так ведь? Так, какое-то красное полотно там есть. Забираем. Денежки нам всегда нужны. Зная причину смерти, легче сдержать распространение болезни. Это фонарик. Сохраняемся. А я ведусь тихо, чтобы не спалиться. Что здесь у нас? Удерживать. Что здесь такие звуки странные? В скобочках страшные. Он меня заметил? Вот хорошо, что я... решил дальше ничего так не лезть. Ух, сейчас бы спалиться было бы. Замечательно. О. Чет нашел. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключик. Да-да. Так, запертая зона.
несанкционированное. Так, проникновение за эту черту будет караться никаких исключений. В случае необходимости свяжитесь с офицером администрации по приказу генерала стражи ловца воров. Я понял, что мне ключ нужен. Так, как там наверх туда залезть? Высокий воротничок. У него может быть что-то полезное. Глаза и уши изуродованы, как и все лицо. Тяжелые времена. А подождите, это же сюжетный, да, проход? Давайте я сейчас вернусь немного обратно. И я хочу пройти там, где вот то место было. Какой-то тоже проходик. Понимаешь, что есть быстрое перемещение? Не хочу с помощью быстрого перемещения играть. Вот вот здесь есть проход. Мне интересно, куда вот она приведет. Тут кто-то был. Причем недавно. Его следы не такие глубокие, как у стражников. Давай, скажи, что это манекен. Так, загадочное письмо. Часовщику, время кончается, мне пора исчезать. Надеюсь, это письмо до тебя дойдет. Я спрятал в сейфе в мастерской кое-что потрясающее. Если мои теории верны, я наконец-то дал нашему другу повод призадуматься. Буквально. Я не буду рисковать, записывая кодовую комбинацию, но если со мной что-то случится, смотри в старых чертежах. От белых ошибок бывает польза. От белых. Механик. Да ладно, это роботы? Ты робот? Рили? Три. Ой. Ладно. Я вижу только тройку. Приятель, о каких он говорил чертежах? Можешь мне сказать? Я понял, что они создавали робота. Странно все равно звуки, вот и когда мы используем.
платежи 3. Первая цифра 3. Ого, попробуем. Три. Пускай два будет. Хорошо. Единица. О! Душа механического человека. Так, душа механического человека. Этот шедевр неизвестного механизма позволяет объединить часть механического человека в одно целое ради некой незадуманной цели. Вот это классная находка. Хоп. Так, ящик. Жалко, что только этот не сохраняется. Я на самом деле думал, что то робот, и он потом типа начнет двигаться. Ну нифига. Здесь, оказывается, есть артефакты. Как он не услышал? Как он не услышал? Ладненько, сохраняемся. Идем далее. И погнали дальше. Открыть. Отлично. И здесь у нас набор елочек. Ну, думаю, время отправляться дальше. Я бы на самом деле просто выпрыгнул и пробежался. Ясненько. Они типа кремируют тела? Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Так что, Октавия, 1997 год? Вот ты где. Про
Здравствуйте, сэр. Что было на этом трупе? Ничего. О, смотри, ты это сказал? Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Бойло покрепче. Золото. Делать то, что я, блин, скажу. Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей. Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. Я украду кольцо обратно. Ну, записочка. Так, инструкция по обыску. Первое. Сними оставшуюся одежду и тщательно обыщи, особенно швы. Ботинки и ремень тоже. Проверьте внутри ботинок и пряжки ремней, если таковая имеется. Третье. Все драгоценности сложи в лоток, ищи ожерелье, серьги, кольца, часы, браслеты и так далее. 4. Обязательно заглядывай в рот. 5. Брось труп и одежду в печь. Так, начни сначала. Помни, в конце смены тебя обыщут. Воры будут повешены до наступления смерти. Окей. Слушайте, можем, в принципе, закончить, я думаю, на этом. В следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем генерал, пока. Ну,